зараз я вам покажу настоящую хозяйку. Та чого ж ти все одно боїшся мене? Женя, що так різко заходиш, скажи мені? Які ось крандалики, бачите, це називається кабачок. Це Ніка з кабачків готує ось таку ось тут штуку. А ладушки кабачкові? А ладушки? Вони дуже смачні. Я тільки що попробував, чуть не спалив собі язика. Бо він дуже гарячий був. Але вони дуже смачні. Клас. А ти вдома теж такі готуєш? Жареної кабачки? Так. Ні. Ні? Тут перше робиш? Ні. А, все робила, так? Ну, робила, просто я не очень. Ну, умничка. Ну, у Ніки тут все якісь макіяжі, що-то розоблачення. Мені воняє плохо, а я все равно тебе стою. Да, і з таким пужиком. Це мій льолік. Чи мій щенок. Він дуже гріється. Ой, сорі. Я не хотів, вибач. Він гріється отут, дуже гріється. Це для нього якась пекельня. Вон там в теплій водичці лежить, або там теж хорошо. Так? Так. Йому буде плохо, коли він родиться, його достане, то буде розпитати. Представляєш, яка у нього ця життя? Лежить себе, там водичка плаває, купає. У нього взагалі життя буде хороша. Кстати. Что? Я тебе хочу сказать. Что ты хочешь сказать? Надо выключить вот это вот. Что? Ты знаешь, что я слышала? Что? О том, что когда рождается ребенок, но для ребенка это больше стресс, чем для мамочки, которая его родила. Потому что, ты представляешь, ребеночек лежал там в водичке себе, плавал. А, рыбка. Все у него было хорошо, в тепле, в добре, его достали, какой-то яркий свет, какие-то очень громкие голоса, его там дергают, куда-то несут, что-то с ним делают, поэтому это научно доказано, что новорожденные дети испытывают больше стресс, чем мамочки, которые... Да ты на больше страждаю, да, выходит? Ну, стресс больше. Ось бачите, от до такого висновку прийшла Ніка. Ну, це в книжці написано. Ні, ну, мабуть, це є насправді якась правда. Але ніхто не знає, як дитина страждає. Це треба якось уявляти, якось вимірювати, я не знаю. То, що жінка страждає, то це ось наглядно видно. Це ці схватки, болі, сльози, Господи, крики, радість. Оце це явно видно. А як дитина страждає, ну, не знаю. Вкусний кабачок. Дуже вкусний. Прям як ти. Или так себе? Ні, дуже вкусний. Мені подобається. Надай тебе на стрижку. На півшостого. Зараз буду на стрижку. Буду стрижся. А якщо я тебе не сказала, ти б даже не вспомнила. Я прийняв душ і я такий тепер. Чубака. Чубака? Угу. А ти має чупа. А що ти чупа? Чупа. Чупа кушає бублик, бублик, бублик. Я пішла. Друзі, несу колбаску. Ніка понарізала для котів. Зараз перевіримо, є котики чи ні. Тільки від перукаря вийшов, підстригся. Сьогодні мені зробили нову зачіску. Ніка дуже просила, каже, ти отут більше, щоб по бокам було більше, знімай. Каже, тут можеш оставляти, пожалуйста. Вона мене все время, кожен місяць просила. Ну, зараз подивимося на її реакцію, сподобається їй чи ні. Ну що? Сподобалось? Конечно. Краще, чем все эти розы?
А довольный? Ну, такий довольний. Просто. Просто? Ну, не краще, чи не? Угу. Да? Чим був бабайоныш? Чим був, як я був. Ну, я прошлый раз по-другому стригся. А сейчас мені вилучили, що вибривали прям. Ну, збоку красиво, а ну повернись. О, ну да. Нормал? Угу. А тебе нравится? Мені да. Це попросив для тебе, кажу. Не бабайоныш. Бабайоныш. Я не успела з бабайонышем попрощаться. Як? А що ти робиш? Я мою символ нашої любви. Колечко, колечко. Кольцо! Іди, я тебе потрогаю. Какой ты красивый. Кайф? Да. А мені предлагали вообще. Можна було б, звісно, ще чуть-чуть. В ноль. Ти що? Я кажу, це буде дуже лисим. Я не хочу. А в ноль это как? Он це вообще чуть ли не рука, а кожа. Клас. Ти прикинь, що це було? Ні, так було. Ну просто понимаешь, надо стричься так, щоб тебе хоча б на місяць хватило, а не так, що ти постригся, і тебе через неділю вже все опять позаростало, опять надо йти стричься. І який смисл такої стрижки? Я иду к тебе. Друзья, кто-то зашел вообще с катушки. У нас взлетела катушка полностью с головой. А что сейчас будут у тебя лакшери процедуры? Класс, что ты? А что это будет? Это будет... Что это будет? Я сейчас узнаешь. Оп! Видишь, как все будет хорошо. Это будет процедура для таких ленивых, как ты. Ведро, ты меня будешь брить? И где же ты меня будешь брить? О, ну это как пойдет сейчас. Да не, это как дорогуша. Пойдет пьянка. Да не, пьянка не да, пойдет. Хорошо. Так, а знаешь, может тебе понравится, ты еще будешь меня просить. Сейчас мы тебя намочим. Класс. Может, ты еще будешь говорить, Ника, все, не хочу купаться. Ну, фу, оно все будет мокрое. Хочу теперь... Хорошо оно будет. Хорошо. Не придумывай. Класс. А что, тебя такое никто не делал? Нет. Ты представляешь, я буду первая. На что оно мне? Да на что ты мне все тело обтираешь? Чтоб тебе хорошо было. Так. А как эта штучка? Как ее пишу? Боясь, не знаю. Надо вот так? Да, ну, блин, надо было. Все, харе, ну что ж ты робишь? Я куплю тебе другую. Кошмар. Вау, какое оно. Что, классно? Да, у нас девочек такого нету. Вау. Там надо не живить, блин, офигачить. Так надо ж тебе все побрить, то, красиво, щоб було. То, треба з груді починати. Так, та давай тут не розказувай. Кошмар. Я сама розберусь, чого тут починати. Вау. Та хватит, ти дуже багато, блін. Так, оно ж буде тебе і не больно за счет того, що много. Так, діло в тому, що ти зараз за один раз все трс і все, його нема. Кого нету? Дома брат напінуть. Кожен так, раз а что ты мне рассказываешь? Я вообще-то сама тут разберусь, как тебе. Тебе что, пены жалко? Я тебе куплю. Так она дорога. Ну я не, мне на тебя денег не жалко. Дорога, я на тебе что, когда жалела сейчас в жизни, что? Смотри, класс, лежишь тут, балдеешь. Да ничего себе балдеешь. А что тебе? Наши медом намазали, блин. Знаешь, как оно не дуже приятно. Почему не очень? Ну, я не знаю, оно якось так. Знаешь, мне кажется, что ты уже с жиру бесишься. Чего? Как будет тебе хорошо, сейчас я тебя своей бритвой побрею розовой. Та харе, воно ж проходит, пена зникает. Ну, что ты, блин, ты такой капризный. О, блин, пипец, аж глаза горят. Люди, если бы вы бачили, как у них глаза... Чуєш у цій, блін, женської брітвою?
наша у мене женська бритва. Вона хороша, вона лучше, чем... мої, у вас у тебе раздражение не будет от женской бритвы. Так? Да, женская бритва считается самая хорошая бритва. Даже некоторые мужчины, та ти они... Ну-ну-ну. Они пользуются... Что я делаю? Они пользуются женской бритвой и говорят, что это самая офигенная бритва. Женская бритва? В их жизни, да. Смотри, как хорошо. Лежишь, тебе даже ничего делать. Так а что ты ее не споласкаешь? А сейчас я сама разберусь. Когда... Один раз сполоснула. Женя, один раз блин! Сполоснула. Жень, я... Мене ж, я ж человек, у меня тверді волосочки. У тебя все хорошо там. Что ты, смотри. Ты, может, еще мне писю побреешь? Ну, это уже вне камеры. А довольно, пипец. Она бы, наверное, життя отдала, чтобы мне, мене все выбрать. А что, мне нравится. Я люблю вообще такие процедуры делать. Мне нравится Жене брови щипать. Потому что тебе треба пройти там... мастер-класс та волосы. Навчиться. Я люблю такое. Мне, я боюсь себя щипала, но я уже повыщипывала все, что можно. Все брови повыщипывала себе. И что, хорошо тебе, смотри, лежишь, ничего не делаешь. Класс? О, боже мой. Ничего плохого. А мы под... Блин, надо было сфоткать до и после. Может быть, ко мне кто-то записался бы на бритье. Ну, таке? Да. Сейчас все пацаны до тебя запишутся. А смотри, как хорошо, Женя. Ты ж лежишь, ты же говорил, ой, блин, Ника, это когда иду купаться, когда бриться, это столько времени, столько сил, я уже устал, не хочу, это так тяжело. А вот тут видишь, какой сервис, какая у тебя хорошая. Раз, лежишь себе в кровати, кто-то такое видел? Нет. А я такое делаю своему мужчине, видишь? Класс. Сейчас девчата побежу, и будут своим пацанам выбирать, блин, все, что у них есть. Видишь, какая я хорошая у тебя? Не болит тебя? Не. Ну, видишь? А когда ты своей бритвой бреешь, тебе болит? Ну, я это в душе роблю. Ну. Не, оно мне не болит. Не болит? Просто я не брею так, как ты. Ты бреешь в одну сторону. А я брею вот так, наоборот, в цю. Вверх? Да, 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 да. Я вверх брею. Мне кажется, что суть одна и та же. Ні. Ти ж бриєш проти волоски, як ростуть. І вони всі збриваються під нуль, під кожу. Так. О. Приступаємо к почти самому важному. Ні, ну саме важливе, воно, мабуть, немного ніже. Ми ще там поговоримо, може Женя согласиться. Я ще такого не робила, звісно, за свої 25. Навчишься. Ну видишь, ты уже хочешь. А не забывается бритва волосками? Нет. У тебя вот тут звездочки, я бы так хотела. Я потом себе зароблю пообязательно. Мне хочется реально такие... А ты хочешь веточки или звездочки? Я хочу... Звездочки было бы красивее. Я хочу веточки. Блин. Вокруг шеи веточки. Почему не звездочки? Можно и звездочки потом туда пустить, веточки. Мой муж был со мной все схватки. Вышел только тогда, когда начался сам процесс рода. Угу. А потом, как только малыша достали, зашел обратно. Обязательно должен кто-то быть с Никой. О, поддержка видишь? Очень нужна. Даша Суслова. Видишь? Представляешь? Поддержка очень нужна, видишь? Это если не только честно, я так считаю. Мне Ника очень нравится. Прямая, простая... Невысокомерная и очень симпатичная девушка. Вам обоим повезло, что вы нашли друг друга. Спасибо большое. Мне очень приятно. Как зовут девочку? Даша? Вероника. Видишь, как и я! Здравствуйте, Евгений. Можете не спешить выбирать имя. Ваш сынок родится, и вы, когда на него посмотрите, сразу же поймете, как его назвать. Никак я, если честно, никогда рода. Не понимала, когда говорят, вот посмотришь на ребеночка и сразу поймешь, как его называть. А что там должно быть понятное просто? Женя, по поводу родов, пусть с ней рядом будет мама, потому что она более это все понимает и более может поддержать. А ты за дверью будешь ждать Нику. И малыша, и мысленно... Тоже рожать и переживать. Ну... Никита классное имя. У меня парня зовут Никита. Я его называю Никуся. Будет у тебя два Никуси. О, видишь? Людям нравится. Никита! Видишь, и говорят маму брать. Видишь? Я тоже так думаю.
Я хотіла сина назвати Марк, але чоловік не хоче, то ми рішили, що буде Нікіта. Ура! Ще один! А за пологи я хочу, щоб був чоловік. Якщо для нього вийде прийти, то буде для нього 22 роки. І він зрозуміє, що це таке навіть зі мною дивитися. І зароди, і як треба в перші місяці життя дивитися за синочком. Він так, як ви, все розуміє, що це таке, як воно буде проходити. Видишь, еще один Никита. Жаль. А ну подними шайку. Здравствуйте, вот так раз прям. Евгений, мне нравится имя Никита. Ура! Еще одно! Хотя еще есть красивое имя Никон. А подруга у меня назвала сына, так как сейчас в Украине такое делается, Даймир. Даймир тоже, кстати, красивая. Третий человек за Никиту. А наломайся, Женя. Почему Ника лежит без лифчика? Женя, блин. Сделал скрин. Покажи. Ну, все, о чем я тебе и говорила. Да. Ой. Привет, Женя та Ніка. Я мама двох чудових діток, і у мене чоловік був присутній на пологах два рази. Mm-hmm. Прикинь, він не на секунду не пожалів, що був поруч у цей найвідповідальніший момент для нашої сім'ї. Так може бути, що ви не захочете інтиму з Нікою, але це від вас залежить. Потрібно, щоб ви були морально готові для цього. І не обов'язково вам дивитися їй між ноги. Стійте біля її голови, тримайте її за ручку, гладьте її спинку. Але і Вероніка повинна поводити себе гарно в цей момент. Не матюкати вас, не проклинати. Пишу це, бо знаю, що таке було у моєї знайомої. То чоловік її після цього пішов з дому. Ого, що вона там з цим таке діла? Головне, щоб ви були до всього готові. Бережіть себе і слава Україні. Слава Женя, Україні. Женя, як ти вважаєш, ти морально готов? Героям слава, Наталочка. Женя, як ти думаєш, ти морально готов? А насчет присутствия на родах? У меня была внеплановая кесарева, и мне очень хотелось бы, чтобы мой муж был рядом со мной в этот момент. Хорошо, когда ты знаешь, что все пройдет гладко, но бывает всякое. Думаю, не могут люди расстаться из-за того, что мужчина что-то там увидел. Тем более, не обязательно смотреть прямо туда. Важна просто поддержка, постоять у головы, подержать за руку, все закрыть ширмой, и вы если... все закрыто ширмой. И вы если не захотите, не увидите. Я думаю точно, не из-за этого люди расстаются, а по совсем другим причинам. Ну не знаю, у меня просто на самом деле много знакомых говорило о том, что когда мужчина присутствовал на родах, он потом не хотел заниматься этим со своей девушкой-женщиной, и они расходились. Евгений, полоска, про которую вы подумали, что это кровь сочилась, на самом деле это темная вертикальная линия, появляется у беременных. Да. Можете почитать это, ничего страшного нет. Да, это... После родов она проходит. После родов она через пару месяцев проходит. Як мені ці рекламісти задолбані? Остана можливість придбати місце. Ну що, що ви подумали? Какое місце? Та вони оці, блін, марафони, гіви якісь, оця розводняк. Люди, не ведіться на цю херню. Я говорю, пишуть просто десятки. Доброго дня, я народжувала в Черкасах. Перинатальний центр, там, де ви УЗІ робили. Поряд будівля лікарні. Ага. Так, 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 ми знаємо. Да. Ага. Супер піклувалися про мене. Так, наче рідні, лікар, навіть за руку взяли, коли я попросила. Та ти що? Да. А коли чоловік їм гроші дав, відмовились, навіть ріс. І там можна народжувати з чоловіком чи мамою, без проблем. Але треба зараз їхати туди, і вони вас запишуть, дадуть довідку вам на руки. І з неї треба, коли пологи почнуться, їхати туди. Я вам дуже рекомендую цю лікарню. Ого. Юля, дуже дякую вам. Ну, бачиш? У мене, кстати, з мого міста всі рожають там. В Черкасах? Ну, в основном, да. То краще там и рожать. Юлечка, дякую. Ну, если можно Женя с мамой, это вообще прекрасно. Здравствуйте, Евгений. Когда была беременная, мне помогал бывший муж. А потом я сама перед зеркалом сама себя, ну, брила. А, брила, да. Даша, спасибо. Да. Перед зеркалом. Ну, в принципе... У нас просто в ванной нету такого зеркала, чтобы было видно, это только в коридоре, но я стесняюсь пока. А с гербис? Для беременной девушки он очень опасен, вернее для плода. Женя! Видимо, на фоне ослабленного иммунитета у вас он вышел, пожалуйста, будьте осторожны с ним. А ты мне не кажешь, поцелуй меня! Я говорю, нельзя, у меня гербис, ничего, поцелуй, мне не важно, поцелуй. Бачиш, що могло б статися? Я тобі казав, що він переходний.
Оце на губах. У мене вже Ну, у меня позасуха. нічого нету. В тебе немає, але в дитини може бути. Ти Боже. розумієш? Какой ужас. Не куйся, Никуль, покажись, уже мы очень ждем. Ты очень милая девушка, и хейтеры, они всегда будут писать фигню. Не принимай все близко к сердцу. Я с вами согласна. Мои котики. Здравствуйте, Евгений. Я хотела бы сказать вам, что беременной очень сложно бриться, и помогать нужно Очень по-любому. сложно бриться, Ну, очень. тики бри его на мене. Муж мой брил, и в этом ничего нет. Особенно нужно бриться чаще, на последних сроках, потому что в роддоме заставляют бриться, и для женщины с большим животом это ужасно. Или же будут брить врачи, но это А, будет да. стрёмно. Мне кажется, мне кажется, ну будет стрёмно. Мне, Удачи кстати, вам и легких родов, Ники. спасибо большое. Айсен, спасибо. А мне, кстати, ну, в больнице, в роддоме, когда я лежала, лежала со мной девочка, и ей нужно было рожать, и приходила медсестра и говорит: «Побритая?» Она говорит: «Да». Она говорит: «Ну, хорошо». Думаю, а моей маме, кстати, когда она рожала, то она не могла, ну, не могла побриться никак. И папа не хотел ей помогать, и поэтому ей брили в роддоме. Она говорила, что они там бреют, да. Здравствуйте, Евгений. Вы, конечно, извините, но что за безответственность? Вы не заботитесь о своем здоровье, и ваша девушка не настояла на операции вам. Так и она халатно относится к своему и здоровью ребенка. Какие из вас будут родители? Если Нику не отпускают из больницы, значит так нужно, и может действительно что-то случилось, вы вряд ли поможете. А будут виноваты врачи, что не усмотрели за безответственными людьми. Нет, я не настаиваю на операции, потому что у нас с Женей такого нету. Если Женя что-то не хочет делать, то он не делает, и я его не заставляю, даже если понимаю, что это нужно сделать. Я против воли Жени не иду. Если он что-то хочет делать, он делает. И даже если мне будет это не нравиться, я все равно не буду ему об этом ничего говорить. Потому что это Женин выбор, я его уважаю. Даже если иногда я понимаю, что он мне не нравится, этот выбор. Но я же не люблю, поэтому я принимаю все, что он выбирает. Если он хочет, он делает, не хочет, не делает. И все. Умничка. Все Все, же побрила? побрила. Нифига себе. Вы дивіться, выбрала мені Посмотрите. повністю, друзі. Какой красавчик. Класс! Да. Тебе нравится? Да, Хорошо тебе вообще. было лежать, Да. И да? нема нічого не мокрого, Видишь нічого. как? О, це ти дала. А ты Дуже добре. переживал, что будет мокренько. Класс? Так, вообще, Тебе взагалі круто. нравится? Да, Смотри, дуже какой круто. ты. Ну, видишь? А остальное? Выключаем. Пока. Мы скоро перейдем к самому главному. Уникальный сервис, блин. Выбери своего хлопца. Выбери начисто. Я боюсь, самое главное, чтобы тебе не было больно, я же не Ні, знаю. воно взагалі не больно. Блін, ну це сервіс. Чуєш, можна просто лягати, спати, піднімати руки, тебе просто вибривають. Блін, я б, якщо чесно, я б теж так Ви хотіла. прокидаєтесь і повністю, блін, у вас такий шугарінг, що мама не горюй. Блін. Серйозно, ось лягайте. Якщо хочете, записуйтесь до Ніки. То Жень, вона вас буде просто вибривати кожного. с твоим болевым порогом тебе шугаринг не светит. С тем, как тебе болит, когда я тебе брови щипаю и прыщи давлю. Хотя шугаринг и лазерная эпиляция — это очень удобно. Я себе очень хочу на это дороговато. Я бы хотела. Ты представляешь, вот так сделать и месяц не бриться. Целый месяц. И так мне приходится через... Та чуєш, якщо до тебе люди будуть отак заходити лягати, ти їм будеш музичку класну, короту, блін, вставляти, таку душевну, знаєш таку. І отак от їх вибривати. Я тобі говорю, вони тобі кошти будуть платити там, допустимо, 200 гривень платять. Ну, Ти за хорошо. 200 гривень будеш согласна побрити? Чи це мало? Я и за дешевле готова брить. Ні, я. Ні, та ну то куди ж Ну, ти за дешевле? 200, конечно. А за сотку побриєш? А что надо брить? Ну, допустим, тобі треба розписати, що тобі брить. Ну, поняла, ділянки по тілу. Ну, за каждую же ж ділянку разная цена Ну, идет. 200 гривень за все. Ну, Взяла? да, а чё не? І ноги. А и ноги? Дівчиням А ноги. девочки? Прикинь, дівчатки Да, лягають. побрила, побрила. Ти їм включаєш музичку класно.
даєш коктейльчик через трубочку, длинну трубочку, м'яку Вот таку. это І вони так, сервис. і так і спалять потом. Да, Да? конечно. І алкогольного А мне напіточку. просто, это ж не то, что мне просто приносит это удовольствие. Я очень люблю щипать брови, щипать волосы пинцетом. Там Женя щипала я на плечах, на руках, сзади, на спинке. Мне очень нравится. То займайся тоді цим. Може, тобі це дійсно, якщо воно тобі приносить користь, воно Брить мне тобі очень це приємно, нравится. то заробляй гроші. Може, люди будуть ходити, ти їх будеш брити. Тобі треба якийсь маленький кабінетик, де ти їх будеш Так там они же, обслуговувати. так там же І шла, все. там же ж и шугаринг, или там бритва же ж никто так не бреет. А ти будеш. А Ну ніхто до цього не додумався. ти що думаєш, Зараз у війну, ти знаєш, як людей будеш вибривати що брати? такі лінівые є, що вони самі не побреються, Та будуть весь такі прикол, що гарні. людина лягає, ручки підіймає, ножки роздвигає, а ти вибриваєш його. І знаєш, як він? Він відкриває глазки, тут стає чайок, стає кофійок, печиво, солодощі. Він встає просто весь голенький, чистенький, бляна, вибритий, не стісняється нічого, бляна, і йде додому. Ну, ти б на таке згодився, да? Так, 200 гривень плачу і так, і лежу. Я це вперше Так, пробую. де мої Вперше 200? пробую цю процедуру. Женя, давай 200 Так що гривень. пропоную вам теж попробувати взяти своїх хлопців, положити їх, покласти там до кроваті там, і Женя, ти, вибрати. кстати, в курсі, що ти мене обманув? На що? Я посилку забрала? Так. Заєць там був? Був. Хорошо.